Украина должна требовать введения на Донбасс полицейской миссии ОБСЕ. Так считает представитель страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Кроме того, он надеется, что на ближайших переговорах нормандской четверки будет согласована четкая и единая позиция лидеров по урегулированию конфликта. Рабочая группа, она потребна, чтобы обговорить эту проблему. Але механизмов, как передать даже эти кордоны, это занадто сложная речь, поэтому я кажу про миротворчие силы, чтобы ОБСЕ хотя бы туда пустили, чтобы они для початку вели какой-то контроль. Хочется так, чтобы действительно пройшел этот нормандский формат тут, в новом формате, и они вышли все вчетвером, и сделали хотя бы заяву спільную, и сказали, кто как дивится на ту проблему, какая есть сегодня в Украине. Об этом Леонид Кучма заявил во время презентации книги Леонида Каденюка «Космос-миссия», которая была издана при поддержке фонда Леонида Кучмы.